воздухе, один в воздухе, интересного. Интересно смотреть, интересно. И самолетом управляешь, слушается самолет. Он летал уже в 14. Георгию пророчили будущее первоклассного пилота, но не сложилось. Родился Георгий Романовский в 1923 году в Витебске, в Белоруссии. Мать с отцом работали на чулочной фабрике. Трое детей почти все время были предоставлены сами себе. Вот мать сказала, дает деньги сестре, говорит, вот купишь там сахару, купишь хлеба там еще. Вот брат тот, давай я пойду, не ходи. На, иди. А он там сахару вместо 300 грамм, 250 грамм возьмет, на конфеты выгадывал. Вот знаете, в железных коробочках это мопасье называлось. Вот приносил, ну, делил, все поровну. На улице в футбол играли. Соберем эти чулки, в один чулок набьем, это футбол наш был. Мяч, да? Мяч был. Вот. И гоняли на дворе. Река недалеко была, Западная Двина. Река, пароходы ходили. Баловались, что ж, было на пароход зайдем незаметно, а потом пароход идет, а мы вот тут выходим, они, ах вы, откуда вы взялись, а мы, а-ля-ля-ля-ля, потом прыгаем с этого корабля парохода. Пароходы большие были, они за нами вроде погонятся, а мы прыгали, поплыли к себе домой. Несмотря на проказы, учились ребята хорошо. Георгий даже играл в школьном оркестре. Играл на трубе, наверное. Директор разрешал в воскресенье с 7 вечера до 11 ночи танцы в школе танцевали. Вальс, фокстрот, кракобяк, там, ну, все танцы. Порой даже подрабатывали. Оркестр частенько нанимали играть на городских мероприятиях. 150 рублей-то там или сколько заплатят там. Ну, это у нас. Свои деньги были. Что вы покупали себе вот с первой получки? Что купили? Мороженое покупали. Конфеты хорошие. В школе Георгий был одним из лучших учеников. Легче всего нашему герою давалась грамматика. Мне нравились книги. Жизнь замечательных людей. Меня интересовало, кто, допустим, министр, как он стал министром, как он добился такого. Вот. Про летчиков любил я читать. До того заболел парень небом, что решил во что бы то ни стало освоить профессию летчика. В 13 лет поступил в аэроклуб. Сперва учеба, потом практика на кукурузнике. Георгий в 14 лет уже имел 7 часов самостоятельного налета. Поднялся. Первый поворот лево сделал. И запел песню «Высоко летают». Вот это вот. Картошку брали, свеклу брали у карманы. И вот над полем летишь и бомбить. Ну, давай. Бомбы кидали, да? Бомбы кидали. Вот если бы не война, я бы истребителем был бы. Кто ее знает. Какая судьба моя была. Лето 1941-го. Спустя всего пару дней после начала войны Витебск вовсю бомбили враги. И самолеты у мальчишек уже вызывали отнюдь не восторг. Ужас. Помню, гул самолетов у них какой-то особенный. И они черные, кресты там у них эти, видны даже на самолете. И они тучами прямо летали. За нашим огородом укрытие было. Я не знаю, горшовец строил или что. Небольшое. Бомбоубежище. Вот туда прятались. Вот. Вскоре местных жителей эвакуировали. Романовских привезли в Татарскую ССР, Бугульминский район, деревню Елховка. Кстати, хороший там был. Как раз привезли, он сразу ему кидал крупы, там все, выписал.
февраля 42 года Георгия призвали в армию. Сначала учебка. Тяжеловато новобранцам пришлось. Без привычки. В 6 часов подъем на физзарядку. Без нательной рубашки. Гоняли сильно. 18 часов занятия были. А я еще когда в школе учился, я вообще ходил в спортзал, ходил же. Я на этих, на турнике, на брусьях, на коне, на этом, работал отлично. Пробыли там всего пару месяцев и на передовую. А ребята-то и винтовку еще толком в руках держать не научились. Ночью по тревоге поднимают, выдают мешки вещевые, вот эти вот, знаете, сухой паёк, на железную дорогу, вагон застояли уже, и нас в Москву, Волоколамское направление, самое тяжелое было. Со всех училищ по батальону поснимали вот ученик курсантов и нас туда. С леса вывели и далеко завели нас, а там уже траншеи выкопаны. Ночь переночевали в траншеях. Потом была команда приготовиться к наступлению. Артиллерия, как наши были, артиллерия, сказала. Самолеты прилетели. Самолеты прилетели, команда, встать в атаку. Подняли, все пошли со всех концов. Как поднялось, то ну, народу. И ура, ура! И там не до страха там. Помню, одного немца, все же я там. Я же на колени прицелил, все хорошо. Упал. На второй день тоже. Уже мы их догоняем, они удирают. Два дня догоняли их. Никакие пули этого парня не брали, а вот болезнь взяла. Я пожаловался доктору. Доктор слушал, женщина. Вот, санчасть. Санчасть, я там пришел в санчасть. А там еще строже. Врачи, как наши, признали у меня по тем временам. Двустороннее крупозное воспаление легких. И меня в госпиталь, город Коломна. После госпиталя Георгия вновь отправили учиться, на этот раз в Подмосковье. Там Романовский окончил курсы командного состава. Получил звание младшего лейтенанта. Воевал в Румынии, возглавлял взвод. Дальше Венгрия, Чехословакия. Там Георгий Матвеевич и встретил День Победы. По иронии судьбы, Романовский, ни разу не раненый за всю войну, чуть было не простился с жизнью спустя всего пару дней после окончания Великой Отечественной. Поздно ночью с товарищем возвращались с совещания. По дороге в поле увидели одиноко стоящий дом. Приходим к дому, никого нету. В дом зашли, тоже никого нету. В сарае тоже обошли, тоже никого. Кричали. Есть кто, нет, никого нету. Легли, часа два, наверное, все же мы дреманули. Дреманули, он первый проснулся, меня разбудил. Говорит, давай пойдем, а то вот, кто я знаю, что за дом. Только мы отошли, наверное, ну 100 метров, может, 150 там, как мы разошлись. И вдруг взрыв. Смотрим, этот дом взорвался. В 46-м Романовский демобилизовался. Вернулся домой, устроился на работу. Вскоре встретил любимую. Прожили они вместе счастливых 63 года. Болела. Уже не вставала. Я за ней ухаживал. Все за ней. И на моих глазах и умерла. Один Георгий Матвеевич на этом свете. Но оптимизм у этого старика не занимать. И юмора, и храбрости, и авантюризма. Он все еще мечтает стать первоклассным пилотом. Мне кажется, я бы поднялся. Как сейчас помню, я все помню. Где какие ручки, как. Все помню. Если бы так вот пришлось, допустим, стоял бы в самолете, и нужно было удирать или что. Сел бы в драгу. Сейчас бы
поднялся.